болячки. Рома, не тупи, болячки. Дальше у нас сюда. Семья. Thank you.
Класно.
стоял. Большая ко всем просьба не разговаривать. А если вдруг что-то срочно надо будет сказать, то, пожалуйста, на ушко и шепотом. Договорились? Так, все. Мы начинаем. Успокоились все. Все на меня посмотрели, чтобы я вас всех видела. Все, успокоились. Все, кто собрались сегодня здесь. Славной победе советского народа в Великой Отечественной войне мы посвящаем сегодняшнюю встречу. Если скажут слово «Родина», сразу в памяти стоит. Старый дуб, в саду смородина, толстый тополь у ворот, у реки березка скромница и ромашковый бугор. А другим, наверное, вспомнится свой родной московский двор. Или степь от маков красная, золотая целина. Родина бывает разная, но у всех она одна. Куда? Yeah.
дочери нашей земли отдали свою жизнь за свободу своей страны, за счастливое будущее своих потомков. Пускай назад история листает свои легендарные страницы свои, и память через года пролетает, идет опять в походы и бои. Течет река времени, но уже более 70 лет с того страшного дня, когда Настя все спахнула огромные двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталась не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Июнь клонился к вечеру закат, и белой ночи разливалось в море, и раздавался звонкий смех ребят, не знающих, не ведающих горя. Июнь. Тогда еще не знали мы, со школьных вечеров шага, что завтра будет первый день войны, и кончится она лишь в 45-м, в мае. Знамени нося.
представляла смертельную угрозу не только для всех народов нашей страны, но и для всего человечества. Фашисты планировали поработить и физически и истребить миллионы людей. В первую очередь предполагалось ликвидировать евреев, русских, украинцев, белорусов, а вместе с народом города и села наших необъятных республик, те, кто сражался на фронте, отдавали все свои силы для достижения победы над врагом. Я видел, как идут в атаку новобранцы и опытные воины, говорит боевой генерал. Так или иначе, но каждый думает об одном – победить и выжить. Они шли в атаку, словно всю предыдущую жизнь ждали именно этого момента. Пусть их было немного, но это была буря, ураган, способная все смести со своего пути. Друзья!
ходе войны было несколько битв, которые определили исход. Пускай. Сталинградская, блокада Ленинграда. И, конечно, битва под Москвой. Москва, Москва, священная держава, благословляя, веря и любя, мы за тебя, по долгу и по праву, и по любви, мы бьемся за тебя. В ходе боев появилось много героев Советского Союза, которые, не щадя ни своей жизни, ни своих сил, добывали победу. Но в ходе войны не только люди получали высокие звания, этим званием были удостоены целые города. В минуты передышки между боями, когда части отходили на переформирование, нередко звучала фронтовая гармошка, кисет, и фронтовая махорка шла по кругу, и солдаты вспоминали своих близких и родных. Пришла и к нам на фронт весна, солдатам стало не до сна, не потому что пушки бьют, а потому что вновь поют. Себя не собирались отдавать в рабство. Они готовы были терпеть все лишения, ведь они верили в светлое будущее. Но минуты отдыха были непродолжительны. Вдруг в ночном небе то тут, то там вставало зарево, и пылали города и села. И снова бой, и снова потери, и снова битва до последней капли крови, до последнего вздоха за каждую пять родной земли. Каждый боец знал, что фашистская орда наступает. Просим всех встать. Объявляется минута молчания павшим в бою за свободу и независимость нашей страны.
сердце имена павших. Вспомним 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 452 000 жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных. Каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях, принес свободу узникам Освенцима. Боевал, давал. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания. Сибирских лесов и болот поднимался народ богатырский, наш великий, отважный народ. Выходил он, свободный и правый, отвечая войной на войну, постоять за родину, за державу, за могучую нашу страну.
Весь под ногами шар земной. Живу, дышу, пою, но в памяти всегда со мной погибшие в бою. У всех имен не назову, нет кров мне родни, не потому ли я живу, что умерли они. Чем обязан, знаю я, и пусть не только стих, достойна будет жизнь моя солдатской смерти их. Фильм о Великой Отечественной войне. Ветеранов. Лебедев Леонид Александрович, пожалуйста.
Константинович – участник войны, председатель комитета ветеранов войны и военной службы. И сейчас мы посмотрим фильм, который говорит, пожалуйста, о Ростиславе Константиновиче. Он сам там выступает, ему сейчас довольно непросто уже говорить. Поэтому мы сейчас посмотрим этот фильм и послушаем, что нам скажет Ростислав Константинович. Или вы сначала скажете? Дайте я два слова скажу, посмотрим. Я вам, дорогие друзья, дети, преподаватели этой школы, вы сами не знаете, что вы сделали. Вы сделали на уровне, как вы представляете. А я сейчас смотрел, и это все было. Это все было. Это было, вы знаете, точно так же. Вот здесь выступают сегодня ансамбль, выступают девочки, мальчики. А скажите, восьмой класс у нас тут есть, нет? Кто-нибудь встаньте, кто восьмой класс тут? Есть. Нет. А, вот есть. Хорошо, спасибо большое, спасибо. Я почему поднял? Вот сейчас ветераны войны, в том числе и я. С восьмого класса мы ушли на фронт. Представляете, какие мы были? С восьмого класса. А еще я вам немножко потом расскажу. Но я вот хочу поблагодарить руководство школы и вас, детки, которые принимали активную часть. Особенно мне понравился материал, который здесь вам ведущий объявлял. Он фактически в этом докладе суть всей войны. Кусочек. Но всего понемножку, но правда. Так вот, я уже сидел и думал, а что у вас в учебниках о войне Великой Отечественной написано? Я сомневаюсь, что там что-то написано. Там больше американцев показывают, англичан. А Россия вроде бы, между прочим, так. Я попросил, если можешь, то вот этот материал, который был ведущий сегодня здесь, размножить его книжечкой и сдать в свою библиотеку и раздать по классам, и пускай детки дома читают, приходят, вспоминают со своим с бабушками и дедушками, они будут, я скажу сейчас, я сидел на грани, что за просто, я сейчас волнуюсь. Понимаете, это правда, и все эти треугольники, это правда из жизни, но об этом никто не рассказывает в учебниках. Вам, извините нас, детей, а по вами, я вам